Ну вот, в частности, история Руси. Я уже говорил, Русь святая, Кирилл и Мефодий, спасибо, что принесли письменность на Русь. А что, на Руси разве не было письменности до Кирилла и Мефодия? Была. И была высокая культура, но это как-то, это вот, это где-то там какие-то по лесам шастали русские люди, там что-то они ничего не знали.